Филя, ну что ж. Уборка-то будет? Ты сегодня упал прям вообще в моих глазах. Зачем так, Филипп? Ну зачем? Всем привет, вы на канале 3 to Play, с вами я, Кристина. И я, Алексей. И... Где-то кошка. Кошка, где ты? Не отвечает. Ну ладно, потом найдем. Вообще без разницы. Погнали. 6-й день в доме большого брата. Сегодня у нас пройдет 2-е испытание за право стать главой дома. Новой главой дома. Да, конечно. Все 7 участников будут принимать в этом участие. После ухода Элтона все очень сильно расстроились. Забили вообще на уборку, на стирку. Да, вообще-то они вчера забили. Ну, так они до сих пор... Куча стала больше просто. Как будто их специально накидывают. И вот Элтон Донателло... Это не Элтон, это Уилл. Уилл Донателло начали общаться по чуть-чуть. Да, ночью Донателло, очевидно, подумал о том, что ей неплохо бы... Найти союзника. Какую-то альтернативу найти общению с Элтоном. Найти союзника, да. Уилл, а ты не думаешь, что на тебя тоже обозлятся? Давай посмотрим. Выслушать, Уилл. Он говорит... Что это, она кокетничает с ним? Хочу посмотреть здесь. Поболтать за Нателло. Знаешь, они всегда увлекают. Простите. Собственно, общение у них продолжается, насколько да. Я вижу. Что? Что? Что хочу? Что хочу? Тебе нравится, как у нас идут дела? Да-да, хочу. Чё, баба Эксеной? Как они общаются с вами? Интриги. Мне что-то явно затевают. Мне кажется, они обсуждают Фильку. Он избил обоих, и это союз против Фильки. Мне кажется, они даже чаем тут тост поднимали. Да, за смерть болгарина, за смерть. В смысле, мне кажется, у нас с тобой ничего не сложится. А кому он это говорит? What? Что? Чего? Простите, что? Подождите, что мы пропустили? В смысле не сложится? То есть он отвечает, Гага, Гага захотела... Блин, это я хочу это сфоткать. Смотри на это лицо. Улыбочка, пожалуйста. Смотри на это. Ты мой хитрый парень. А, ты молодец. Это великолепно. Филя, Филя. Это просто... У меня нет слов. Неподражаемое лицо это... Мне кажется, они захотели, Гага захотела пообщаться с Филиппом, а Филипп ей сказал, что нет. Или не сказал. Да, мне кажется, сказал, да, все что угодно, Гага, только дай я пару фотографий сделаю. Потом буду Галкину показывать, чтобы обзавидовался. Ой-ой-ой, почему он кричит на нее? Слушай, что они не поделили. Гага аккуратнее, он... Они не могут определиться. Гага аккуратнее, он драться умеет хорошо. Он что, довел Гагу до мигрени? Филя, что такое? Что с происходит, он сказал что-то про Аллу Борисовну. Гага, ну ты сама виноват, как бы про бывших нельзя ничего говорить. А ты взял, сказал, ты взяла и сказал. Подожди, как, что значит про бывших? Он про текущих. Я только в прошлый раз говорила, что в нашей параллельной вселенной у Филиппа до сих пор отношения с Аллой Борисовной, а ты говоришь про бывших, когда он успел? Новое шоу, новые отношения. Слушай, они дела сердечные обсуждают. Да ладно, ну блин! Да ладно! Филипп, ты не можешь. Она оскорбила просто... Да как ты смеешь? Довка, ты вот, я не знаю, у вас западная, как бы, Аллу Борисовну. Он просто не сопротивлялся, он не может ударить Гагу. Он признает ее таланты. Дамы и господа, у нас новый альфа-доминатор в доме. Гага. Леди Гага теперь командует. Фу, не, ну главное, слушай, теперь можно с уверенностью говорить о том, что Филька передрался, по-моему, уже почти со всеми. Ну да, я стал с Джилло избить. Джилло, правильно ты поставил его. Лео бил, Уилла бил, Донателло бил, Гагу бил, Викторию не бил и Джилло. Гага его била.
скорее. Но они подрались. Нет, это как, он просто он не ответил. Он опять пытался украсть деньги, понимаешь? Не, он не пытался украсть деньги. Пытался. Нет. Он каждый день пытается красть деньги. Не наговаривай на Фильку. Филипп Петрович, пожалуйста. Она придумала. Не обращайся. О, глянь. Смотри. Пушит твою. Злейшие враги. А она злорадствует. Как тебе так она поэтому здесь и сидит, она просто тащится. Да. Они оба злорадные. Мне кажется, они сидят здесь вот посреди этого оазиса говна и вони и радуются. Нет, нет, она злорадствует. Ой, каково тебе, Филипп, с фингалом-то? Ой, больно поди. Вот мне тоже было больно. Я пошла. Она вообще-то глянь на нее. Да вообще. До испытания это начало. Осталось менее... полутора часа. Что за битвы? Что с туалетами опять? Попахучая Донателло. Все работает. Что не так? Может, это бойкот? Верните Элтона, мы не будем ходить в туалет. Я не знаю, может, она все-таки дойдет куда-нибудь до туалета? Филипп, ну как ты? Ты уступил Гаге специально, ты не мог ее ударить. То есть Донателло-то за женщину не признаешь, я правильно понимаю? А вот Гагу ты увидел, что это женщина, ты не смог ее ударить. Ну, конечно, в таком белье он увидел, что это женщина. Ну, конечно. Как ты думал? Филя, ты знал, что побои увидят, потом, когда снимать будут для дела, ты хитрый парень. Ой, смотри, Филя. Филя, как это мило с твоей стороны собрать кучки грязного белья. Да. Видимо, Гага повлиял на него. Кстати, Элтон классно сделал фигуру из дерева. Почему Элтон? Ой, нет, он, господи, Уилл. Это Уилл. Уилл. Я скучаю, Павел. Молодец. То есть он просто бросил в другом месте, да? Да, он сделал вид, что убирался там и принёсся сюда. Зато во дворе стало чище. Ну да. Уже можно говорить о том, что в 12 часов начнется испытание. И испытание это будет называться «Поварской беспредел». Потому что в этом доме нет ни одного, по-моему, нормального повара. Они все не умеют готовить. Хотелось бы надеяться, что в результате прохождения этого испытания у нас как-то скилл кулинарный повысится. Неправда. Я считаю, Филипп с его болгарским хлебом бесподобно готовит. Он единственный, кто не поджег, и у него качество еды всегда хорошее. А, ну я думаю, сейчас станет очевидно, потому что 12 часов. И, собственно, время начинать испытание. Расскажи, что из себя представляет испытание, что за правила? Участники начинают на старте дорожек. Их задача пробежать машине для производства кексов, приготовить выпечку, отнести ее на ближайший столик. Далее они приготовить должны гриль, сосиски и под финал приготовить напиток. Тот, кто первый выполнит все испытания и первый приготовит напиток, считается победителем. Тот, кто сделает это последним, считается официально проигравшим и будет наказан. Наказан? Да, будет наказан. Будет как? Некоторый сюжетный твист. О-о-о. Вечером об этом узнаем. Интересно. А тот, кто будет предпоследний, будет заниматься уборкой. Причем, ну, я думаю, что мы можем поставить его в график на сегодня. Ну, и какие-то... То есть тоже наказан? Наказан, но не так, как тот, кто я будет уже боюсь последний. Представить, что там за наказание такое. Сейчас я Филю подровняю на дорожке и дам ему команду всем. Филя, прекрати этим заниматься. Вот. Вроде все они готовы. Сейчас надо дождаться. Все. Какое бешенство. Филя впал в бешенство. Он, конечно, ты что, он разозлился. Филя впал в бешенство перед началом испытания. Это... Порви. Порви всех, Филипп. Давай. Так, ну... Элтон Джон. Ребят, привет. Я там некуда идти. Пожалуйста, пустите. Там моя кровать. Задание делаем. Приготовить кексы всем. Я одно покажу, остальное все убережу. Угу. Здесь мы будем выбирать. Я бы хотела сосиски
Сосиски с болгарским перцем. Давай, да-да-да. С болгарским перцем. Филиппа будет преимущество. А у него сосиска всегда с болгарским перцем. Здесь я бы хотела, чтобы они делали напиток какой-то посерьезнее, чтобы его там надо было смешивать, какой-нибудь коктейль. А, ну, например, пусть они делают Long Island. Давай, Long Island. Допустим, чтобы было проще. А, все, сейчас быстренько за кадром проставим всем одинаковые команды и вернемся к вам. Итак, мы всем раздали необходимые команды, по три команды. И главный момент, который мы забыли упомянуть, так как симы готовят плохо, и вы все прекрасно знаете, кто играет в Sims 4, кто не знает, рассказываю, они поджигают, они все поджигают, это просто какая-то бригада поджигателей, они пироманы. Могут здесь устроить пожар и просто нам обломать все испытание. В этом случае тот, кто устроит пожар, будет дисквалифицирован и автоматически займет самое, как сказать, самое маленькое место. Будет наказан. Будет наказан, да. Накажет. И нам придется, соответственно, обнулить результат и начать испытание снова. Наша замечательная каска, символ главы дома, она приехала обратно сюда. Все отжило. Конец твоей власти. Месте. Или не конец? Ну, посмотрим сейчас. Вот Уиллу плохо видно. Я бы хотела какую-то позицию занять смотровую, чтобы не было видно всех. Ему, по-моему, вообще плохо самому Уиллу. По-моему, у него жар. Да, у него жар, но нам нужно видеть всех, видеть все стоечки. Вот так все видно вроде, да? Тебе видно? Да, да. Да, готов? Я всегда готов. Давай, главное не пропустить ничего. Смотрим. Ну, часики пошли. А, Виктория отстает. Виктория такой походкой. Гага лидирует. Смотри, Филипп злой, Филипп бешеный. Филипп нетерпение. Давайте, ребята, кто же, кто же? Они жмяк, вот эти кнопки туда-сюда, туда-сюда. Я очень волнуюсь вот за ту часть, где гриль, потому что это опасная часть. Я волнуюсь, переживаю, что кто-то сожжет опять все. Пока я выставляла действия, да, очередь действий симом, обратила внимание, что лучшие кулинарные скиллы прокачаны у нас у Филиппа и у Дженнифер Лопес. Гага лидирует. Гага, Ленчик и Уилл. Оп, Гага, Ленчик и Уилл уже начали готовить... Сосиски. Сосиски с болгарским перцем. А Донателло извозюкалась. Ах ты ж, господи. Донателло, по-моему, вообще не собирается дальше ничего делать. Я не могу нажать паузу во время испытания. У нас гремит кошка, если что, извините. Передает вам привет. Так, главное сейчас не провтыкать, и чтобы никто не устроил из них пожар. Донателло все, да, она всё. Сошла с дистанции. Да, она зависла. Мне кажется, она наготовилась. Она стоит там и расточает. Гага, давай, Гага. Гага, ты будешь спать в отдельной комнате, все будут высыпаться. Гага. Ленчик, второе место пока. Не говори со мной одновременно. Гага, давай, ты первая будь, давай делай напиток быстрее. Смотри, Ленчик уже дошел на стойке. Филипп бросил тарелку. Смотри, кто быстрее. Гага, Виктория и Ленчик. Кто первый поставит бокал, тот победил. Донателло сошла. Смотри скорее. Кто первый поставит бокал? И. Ну. Кто же это будет? Я волнуюсь. Ленчик! Ленчик молодец, все-таки. Гага была вторая. Виктория третья. Донателло сошла с дистанции, и она у нас. Да. Донателло проиграла. Да, Донателло проиграла. А и Филипп, да? Да, Филипп, нет, Филипп он не положил. Кто будет делать уборку? А, вон, Уилл еще. А вот я не бы сказал, бы Филипп не донес свою тарелку с сосисками. Ну, тогда они вдвоем будут делать уборку. Да. Филипп и Уилл. Победила дружба, ребята. Вы оба наказаны. Один не донес, второй последний закончил. Как быстро они закончили испытание, посмотри. Да, я думал, они будут, знаешь, там общаться. Не, я, честно говоря, очень боялась, что кто-то что-то сожжет, и нам придется заново стартовать, а потом, может быть, еще раз заново стартовать, поэтому я запаслась временем заранее, рассчитывала, что мы можем провозиться очень долго. Ну, часов до 4, например. Да, оказывается, сейчас еще середина дня. И где все остальные? Донателло бежала вперед, закрыла всех. Меня не накажут, не позволят. Мы идем куда-нибудь? А! Да, вот они выходят. Сейчас я еще
Здесь забыл сделать. Все. Считай их на выходе, а то сейчас опять кто-нибудь останется. Раз овечка, два овечка, три овечка. Так, их пятеро. Шестеро, вот, семь, все да, все. Ну что, пусть в поварских костюмах пока бегают. Ну пусть, да. Слушай, раз они так быстро освободились, я предлагаю зарядить график уборки, да, прямо... сейчас. Сейчас, и нам нужно сделать очень важную вещь сейчас. Опять же, зря я сняла с паузы, потому что мы сейчас должны определиться, что у нас здесь теперь поменялось. Да. А здесь у нас теперь будет Леонард, да? Угу. А здесь у нас, соответственно, Джилл возвращается на свою кроватку. Я уже забыла, что это их кроватка. Я еще искала, где ее кроватка. Она, по-моему, до ночи все поспала там, и все. Да. И смотрим, давай, кто у нас теперь будет сюда вхож. Mm-hmm. А потом блюдо сервируем. Мне кажется, и Гага, и Джейло будут вхожи, потому что... А мы сейчас посмотрим. Делаем здесь запереть для... Всех. Всех, кроме Леонардо. Да. И потом разрешим доступ. Смотрим. Конфилиппа это не любит. И Виктория. Три человека. Дженнифер, Донателло, Уилл. Да, Элтон бы еще, но... А где Гага? А вот Гага. Вот так. То есть так, шкаф для тебя никаких ничего никаких прогнозов тут не надо. Ах ты мерзавец. Разрешить доступ. Вот вся та же тусовка, козёл. Ты понимаешь? Вся та же тусовка, так... только Донателло прибавилась, а Виктория отчалила. Вот козёл. То есть, получается, шкаф был просто так? Еще скажет, я ее не звал туда, она сама пришла. Каску я забыла внизу. Ага. Ну что ж, добавим график уборки Филиппу и Уиллу, да? Да. И наказание для Донателло. Наказание позже. Позже. Я считаю, что сначала дела домашние. А в 8 часов попьем наказание. С 7 до 8 пусть выбирается Уилл. Да, с 6 до 8. С 6 до 8, да. Ну вот, собственно, с уборкой мы определились. Давай поставим здесь вкусные блюда, чтобы они могли лакомиться. Может быть, они захотят как-то. Либо чтобы они стухли. Филя, ну что ж. Уборка-то будет. Ты сегодня упал прям вообще в моих глазах. Зачем так, Филипп? Ну зачем? Смотри, что-то суетит. Ребята. Ну нафиг эту уборку. До завтрашнего игрового дня еще что-то может поменяться. Я хочу за Филиппом последить. Пимбас. Не поняла. Пимбас. Все-таки, по-моему, ты была права, это Пимбас на симском. Не понимаю. И что? Филипп! Нет, давай-ка я ему все-таки дам задание. Это невозможно. Загрузи в сушилку, пожалуйста. Филипп, все равно твоя уборка. Может, как раз пока будет в сушилке, он принесет другое белье сюда. Да. Ну, просто может быть у них какая-то с сушилкой проблема. Что происходит? Лео спит на диванчике. Слушай, они какие-то вообще... Вялые какие-то. Какие-то просто никакие. Как Донателло в прошлом выпуске, только не... Ребята, вы что такие скучные? Что делает Джилла? Молится? Буддизм? Что это? Я не знаю, что с ним происходит. Мне кажется, они уже немножко сошли. Что? Что? Рискованный переход. Это что значит? Джейло! Мне кажется, они из-за того, что... Джейло просто нужен мужик. Это из-за того, что Леонардо ее отшил. Она Филиппу предлагала сходить в шкаф. А Филипп говорит,
Я ходил в шкаф самой лучшей женщины мира. Ты уйди от меня, девочка. Вот что она убиралась. Она пыталась такая к Филиппу подкатить. Филипп, смотри, я тоже убираюсь. Филипп говорит, я туда хожу, да, в прачечную, только чтобы постирать, да, а не как некоторые. У меня жена есть. Смотри, смотри, он в такой агрессии просто, он собирает белье, он в ужасе. Как она посмела предложить мне себя? Да она же маленькая. Я что, извращуга какой-то? Нет, Филипп, ты молодец, ты не купился на западные, как бы это сказать, ноги. Ноги? И все, что к ногам прилагается, уже. Молодец. Ведь совратить пытался Филипп. Вот, ах ты ж, смотри, хитрая. Я еще говорю, что Донателло лиса. Донателло спит. Они все, они устали, они опять не выспались ночью. А где Гага? Кстати, да, где Гага? Где Гага? А может, она осталась? А моется, по-моему, моется Гага. Вон, а, я вижу силуэт. Убери, а то подглядывать за Гага как-то. Я не подглядываю за Гага, я подглядываю за Филиппом, он там в прачечной. Что он там делает? Как работает эта сушилка? Я просто надеюсь, что он... А, это уже не его время. А. Уилл, дай будить его. Подожди, не его, как не его? Да, 6 часов, не его. Уилл должен убираться. А, да. Филипп убрал кучи все. По крайней мере, из дома. Я просто хотела сушилку включить, а время закончилось. Филиппу, давай поэтому... разбудим Уилла, потому что он сейчас опять... Ну, давай. Это нечестно. А то он все прохрючит. Он, смотри, он бодренький. Игривый такой. А, убираюсь сейчас. Класс. Так, Леонардо пусть приготовит. Давай напитки. Напитки замутим. Да. А то они там Лонг-Айленд готовили, и в итоге его здесь нет. Да, кстати, мы... Пусть ставим. Леонардо сделает и, да, трансляцию заодно запишет. А если он ужасно Лонг-Айленд делает? Ну, не знаю. Пусть он запишет. Эту штуку и сделаю. А, тут же надо группу в группу собрать. Давай, собирай в группу. Где Филипп? Не понял. Может, тоже плохие отношения? Ну, сделай ему отдельно. Сделает отдельно еще один Long Island. Смотри, у него дрон даже красненький. Вот у каждого свой дрон получается? Нет, я просто взяла какую-то дрон. А, стоял, чтобы не повторялись. Потом другой возьму. Филипп злится. Они же все одинаковые, они только цветом отличаются. Смотри, ну что за происходит? Лёдов, деньги у меня в кармане. Девчонки сели кушать. Угу. Утомительно было. Обсуждая ситуацию произошедшую, перестановку сил. А что это такое? Что-то, по-моему. Здравствуйте, моды. Угу. Они просто устали. Зачем есть? Лучше пойти сразу отдыхать. Время, угу, объявлять. А каким будет наказание? Да. Объявляю наказание. Я не думала, что в испытании самый худший результат покажет Донателло, вот честно. Я ожидала, что это будет кто угодно, но только не она, наверное, скажем так. Да. А потому что наказание за кулинарное испытание — это каждый день. 8 часов вечера до следующего выбывания. А наш кандидат, то есть Донателло непосредственно, да? В костюме сосиски. О, господи. Ой, ужас. Ой, ужас. Но я не думала, что это будет Донателло. Они готовили сосиски. Соответственно, в костюме сосиски каждый день 8 часов она готовит сосиски с фасолью. Для всех. В костюме сосиски она готовит сосиски, да, с фасолью. Да, в костюме сосиски. Ужас. Она готовит сосиски с фасолью. И, как, ну, совпало-то, я... и прошлый выпуск. Я просто думала, что это будет кто-то совершенно, может быть, другой. И мне казалось, это может быть забавно. Ну, кто-то другой в костюме сосиски. А, видимо,
Это судьба просто для нас. Откуда знаешь, может, она хотела, может, ей костюм понравился. Юху, подруга. Все, всю неделю Донателло ходит. Они ржут. А, молодец, молодец. Смешно. Так, а уборка в итоге так и не продвинулась. Я Уилл, смотрю. Просто Уилл халявчик. Надо его, не знаю, за еще раз поставить в раз. Виктория плохо. Ну, смотри, просто. Он в кровати идет. Причем, подожди на минуту. Подожди, он идет в кровать клево. Лео, я обдумал. Я хочу в шкаф, но только с тобой. Джело не нужна, Лео. Ну, кто-нибудь ему не успокоится. Смотри, она сама взяла свои сосиски. Ой, молодец. Качество. Сосиска. Посмотри, качество. Блестит все. Что? Качество. Посмотри, какой продукт. Великолепные. Ну, так сосиска плохие, сосиски не приготовят. Ну, да. Донателло знает толк в сосисках, если вы поняли, Донателло о чем я. Теперь всю жизнь будет. В сосисках самый большой специалист. У нее мне кажется, она и была специалистом по сосискам. Что это за сосиска такого бежевого цвета? Я что-то не совсем пойму. В смысле, пойму. Где? Что? Она бежевого цвета сосиска. Это что, ливерная колбаска? Возможно. Есть же немецкий. Серьезно? Есть белые сосиски? Да, белые сосиски, есть колбаски, там всякие дыдарские еще там. Вот, а мы на самом деле можем начинать прощаться. Да? Да. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Поддержку проекта, да. Добавляйте свои пожелания в правила, кому не лень зайти почитать презентацию, ссылки под видео в описании. Если вы хотите какие-то замечания, то есть там, да, допустим... в комментариях оставляйте замечания. Спасибо за просмотр. Спасибо большое. Всем пока. Большой портрет у Донателло. Эго! Эго свое чешет свое эго. А вы часто чешете свое эго, а? Признавайтесь. Куча даже здесь валяется, блин.